Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Известного актера экстренно увезли в больницу. За артистом внимательно следят врачи. У актера Михаила Кокшенова случился приступ. Отмечается, что к артисту приехала скорая помощь, врачи назначат ему лечение. При этом о причинах произошедшего не говорится. Позднее сиделка актера Фируза опровергла сообщение о госпитализации. С Михаилом Михайловичем все в порядке. Приступа не было. Он чувствует себя хорошо. Михаил Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах, в том числе во всенародно любимых кинокомедиях и драмах, таких как «Женя, Женечка, Катюша», «Вечный зов», «Спортлото 82», «Белые росы», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кроме того, Кокшенов снялся в нескольких сериях юмористического киножурнала «Ералаш». Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.